Привет, вы на канале Алиса Лайв. Сегодня мы играем в Майнкрафт. Ну, тут мой планшет тоже. Говорил вам вторая серия, но не совсем вторая серия. Ту серию отдельно загрузим. Где храм у нас еще есть. Так, сегодня будем снимать на твой телефон? Да. Мой телефон, мой планшет. Мой телефон, мои правила. Да, твой телефон, твои правила. Так, давай, играй. А я сейчас... Папа тоже к нам скоро присоединится. Я, кстати, папа, кстати, второй, я первый. Папа уже купил вот этот дом наш, как вы помните. Мы хотели построить новый домик. Вот тут я хотела попасть в Энтер-портал. Вот я не понимаю. Друзья, помогите мне сделать этот Энтер-портал. Этот Энтер-портал, я никак не могу его сделать. Никакошки. Я даже там прокопала, может, чего-нибудь там надо сделать. Вообще ни в какую, понимаете? Ни в какую вообще. Давайте, давайте попробуем в кое-какой мир. Нет, думаю, это будет глубоко слишком. Слишком глубоко будет. Ну, попробуем. Стрелами будем копать мы сегодня. Сейчас я копаю далеко вниз, вниз. Вдруг я попаду в какой-то мир, наверное. О, куда я попала? Стоп, куда я попала? Стоп, куда я попала? А, там лава, что ли, есть? Так, дальше. Потом я тебя научу, знаешь, как делать? Запись экрана. Планшеты будем делать, то есть не надо будет телефон ставить на так снимать, можно будет запись экрана делать и просто звук записывать, а потом видео и звук вместе монтировать. Это мне... О, я вообще из мира вылетела. Видел, я вообще из мира вылетела. Представляешь? Так, нет. Туда надо, вот. И вверх. Какая-то шахта. Паук там шевелится чуть. Че, где тебя искать? Стоп. Да, шахта еще одна. Тут какая-то еще одна шахта есть. Давай, где тебя искать? Где? В Караганде. Сейчас я вылезу из пещеры этой. Карагандевой. О, вот, я вылезла. Получается, я где была? Где была там-то? Куда я убежала уже? Оно умело. Все, я тут. Жди меня у этого лошадиного загона. Я там, типа, буду ждать. Так, давай покажу, где у нас есть две деревни. У нас есть две деревни, представляешь? А что, подожди, ты видео снимаешь или что мы снимаем? Что, снимается? Не снимается. Вот, первая деревня. Нет, а, это вторая деревня, да, это вторая деревня. Сейчас покажу первую деревню. Она где-то вот тут деревня, вторая. Вторая деревня. Это первая, там вторая. Да, потому что я это первую нашла. Не знаю, какую-то идею мне еще защищать. Вообще не знаю, вот тут поставила специально маяки, чтобы узнавать где-то. Не знаю, что с этим домом делать. Вообще не понимаю, что с этим домом Рэу делать. Рэу дом, короче, недостроенный. Как будто тут половина мира. О, смотрите, тут почти к джунглям. О, эти жители ходят в джунгли. Оп, мне тоже нужно
нужна зарядка. Папа, мне нужна тоже зарядка, кажется. Так, а что мне делать? Что ли, пойду заходить? Придется мне выйти. Придется мне пройти. Вот, смотрите, они вот туда ходят. И вон туда ходят в лес. И, короче, там что-нибудь добывают. Видео. О, знаете, можем вот тут построить еще один домик, дорожку здесь сделать, построить еще один домик и пляж делать можно вот так. Я вот так подумал сделать. Давайте сделаем. Тут будет у нас такой пляж классный. Давайте. Придумал, у нас будет пляж. Как у тебя все снежное, потому что у тебя синий биом. Пап, я тебе поставила снежную, ну прости, так получилось. Где ты находишься? Где? Блин, мы в другой игре. Папа, ты, наверное, не в той деревне живешь. Папа, мама, давай. Пап! Пап, я как уречка. Пап. Пап, раскрой глаза. Пап, да раскрой глаза. Дорожки. Не туда. В другую сторону по дорожке. Прямо и прямо, и встретишь меня. Ну и что? Ну поворот. Иди к речке первой. Не к этой речке, другой. Сейчас я тут будет полчаса стоять тут буду сейчас. Ау. Пап, ты куда вот уже в лес ушел? Я у арбузов. Ну, может, другая карта это вообще? Пап, иди почти к концу этого. Это другая карта. Нет. Не. Такого не может быть. Вот тут я. Понял? Вот тут я. Сколько можно объяснять уже? Ну, там не видно, что ты снимаешь-то. Так, что ты же видео снимаешь? Да. Ну, вот. Так. Все, так, давай. Арбузики тут есть. Так, сделать можно. Тут лежаки какие-нибудь. Ну, вот как будто кровать сделать можно. Так, давай сделаем зонтик. Так. Делаю зонтик. Боевой, ну ладно, придется. Так, это надо взять. Так, надо взять еще закрепление. Ну, закрепление уже есть. Так, маленький пляж будет у нас. Что надо еще взять? Подскажите-ка нам. Так. Так, что нам еще надо? Что мы еще возьмем? Думаю, нам нужно. Ой, да, нам нужно этот. Вот это нам надо взять. Какой-нибудь такие зонтики беленькие сделаем. Ой, зачем я это убрала? Это опять взять. А, что я делаю? Бешеная Алиса. Это бешеная Алиса. Бешеная Лиса. О, все, нормально. Давай сделаем тут зонтик. Папа, возьми у себя в инвентаре этот один. Не знаю, почему у меня такой классный Майнкрафт. У всех такой классный Майнкрафт. Почему так? Конечно, ну... Только не пишите в комментариях, что я нуб. Пожалуйста, ладно? Я раскроюсь и больше не буду снимать видео для вас. Я понимаю, те были для детей,
видео. Ну да, понятно, я еще был двум рукам, но мне уже 6 лет. Понимаете, 6 лет уже. Кто-то на мной смеется. Вот так надо это сказать, да? Я понимаю, у меня тоже на занятиях злятся учителя некоторые. Я неправильно что-то делаю. Ну и так вот с вами тоже тогда будет. Поняли? Я буду на вас злиться, это типа, я не буду снимать для вас видео. Ну, давайте уже закончим этот разговор, может, вообще кому-то отнесешься. Давайте вместе соединяем, короче. Может, получится, но соединить его? Ну, получится. Ну, зачем это нам? Не надо мне это наоборот. Так, давай вот так. Ну, так, вот такие у нас зонтики будут. Папа куда-то у меня ушел, затормозил. Ого, так светло тут. Наш мир в камере. Папа летает. Летающая лама. Смотрите, летающая лама. Идите, пошел принцесс. Вау. Принцесс, вау. Да мне так столько этого много, а? Этого так много, зачем мне этого? Нет, доски не подойдет. Давайте вот это возьмем будем. Разыграть, пап, тебе надо. Понял, чтобы куда тебе надо идти. Ну тут будет такой розыгрыш тут. Пап, ты что, хочешь закрыться? Пап, давай вылезай уже. А для другой. Это для других пранк. Какой-нибудь ко мне хакер зайдет, я его так запугаю. Так. Ааа, камень! Ага, куда я в лаву попал? Куда мне идти? Вот будет прикол, конечно. Так,
давай уже делать быстрее наш домик. То мы еще только один сделали. Делать не просто. Смешились и все, думаю. Зонтик сделаем еще. Вот зонтик сделаем. Зонтик нет. Представляю, как в реальной жизни. О! Что-то такое. А, у меня там рядом. Ага. Пожар, пожар. Пожар, пожар, пожар. Пожар, пожар, пожар. Пожар, пожар, пожар. Тушим, тушим все, тушим все, тушим, тушим. Хорошо. Хорошо, хорошо. Эй, вы чё? У меня уже весь зонт горит. Да что я делаю? У меня уже весь зонт горит. Фух, все. Ничего. Видео пока застанавливаем? Нет. Попробуем загрузить? Нет? Сейчас у меня... Опасная работа. Очень опасная. Очень, очень. Да чё тут лава идёт, а? Сколько можно делами с лавой ходить, а? Всё, я уже нормально всё сделала. Уголком мне пройдёт, чё тут на лаву. Вот так сделаем лучше, чтобы было безопаснее. Щенуб туда залезет. Кто-нибудь щенуб туда залезет. Представляю, как ему будет, конечно, жалко за свою жизнь. Это просто водичка. Водичка нормально. Или можно сделать вот так. Что лучше, лава или вода? Новый челлендж. Челлендж, челлендж, челлендж. Давайте спим тут. Пап, давайте, давай поспим тут на ЖК. На три, давай. Давай, пап. Пап. Давай, давай на раз, два, три будем лежать на лежаках. Давай, ты этот лежак, а я вот тот. Давай поспим на перегонки, кто быстрее. Раз, два, три. Ложись. И нажимай на проснусь. Все, я проснулся. А, нет, давай еще раз спим. Раз, два, три. Ложись. Ложись, давай, ложись, пап. Так, давай, просыпаемся. Все. Нет, опять ночи. Давай еще раз. Раз. Спим, спим, спим. Раз, два, три, поднимаемся. Нет, опять ночи. Давай дома поспим лучше, давай. Вообще будет, это у нас так не получается. Давай дома поспим. Полетели домой. Дома поспим. Папа, иди, думаю, в свой дом. Там тебе, думаю, будет получше. Маленький. Пап, да. Иди в свой давай дом. Может, дела кое-какие надо делать. Давай. Давай. Ладно. Ходи. Много играем? Ты там целый день играешь? Нет? Всем. Нет, ты... Ну ладно, давай вторую часть потом снимем видео. Давай. Давай. Третью часть. Да, давай, паузу. Опять я выше зашла. Ладно, короче, всем пока. У нас будет третья серия еще. Пока!